这节课的老师，我叫王丹。Здравствуйте, я буду вашим преподавателем на новом курсе, меня зовут Ван Дань. 我们这节课的内容是一只海棠花和三只蝴蝶。На этом курсе мы с вами научимся рисовать цвет китайской яблони и нарисуем трех бабочек. 这幅画临摹的是宋代的花鸟画。Эта картина относится к династии Сун, картина, которую мы будем копировать. 现存在故宫博物院。Сейчас находится в Государственном дворцовом музее. Эта картина очень выразительная и красивая. Если даже раньше вы никогда не рисовали в стиле гунби, вы можете попробовать начать изучение этой живописи непосредственно с этого сюжета. Я буду очень рада вас видеть на этом курсе. Обязательно присоединяйтесь.